рассада Молодила Пурпуреум популярен благодаря своим свекольно-красным листьям. Имеет компактный, аккуратный внешний вид и вырастает около от 5 до 10 см в высоту. Цветение преподает на период с июля по август. Достоинство Молодила Пурпуреум. Морозоустойчив. Очень живучий, может пролежать долгое время под солнцем и удачно развиваться после осуществления посадки. Не требуется сложный уход. Семена Молодила Пурпуреум можно сажать на солнечных и теневых дачных участках. После посадки нужен регулярный, обильный полив на протяжении недели. Идеально подойдет для альпийских горок. Молодила кровельная пурпуреум — это травянистый высотой от 40 до 50 см. Цветет растение в месяц июль-август. Окраска цветка — свекольно-красные листья. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.